Приветствую на своем канале. Сейчас будет обзор машинки моего подарка на Новый год моему сынишке. Вот. И хотелось бы поделиться этой радостью с вами. Итак, машинка. Но сначала мы будем смотреть с вами на коробку. Поставляется эта коробка. Эта машинка поставляется вот в такой здоровенной коробке. Вот. Ну, что здесь пишут? Пишут, что Crawling Stunt 360 Spin. Ну, то есть она может карабкаться, трюки выполнять, на 360 градусов крутиться, Double Side Roll, в общем, ну, может делать очень всего много. В общем, отличный подарок. Ну, ладно, забегаю вперед. Из бренда у нас есть такая вот надпись. МКБАУ, МКБ. Вот. Также есть у нас информация, что от 3 лет Full Function Stop, ну то есть ездит она вообще как угодно и непредсказуемо. Есть у нас подсветочка, такой небольшой фонарик, ну и естественно она радиоуправляемая. Вот. Что у нас тут? Вот тоже демонстрация. Бади 360 спин, то есть она вот крутится у нас на месте, сами колеса, тайр 360 спин, колеса сами крутятся. В общем, лучше один раз, конечно, увидеть, чем 100 раз услышать. Вот такая вот информация. И сзади на коробке, что у нас тут есть. Сейчас найдем здесь что-нибудь такое. На каком-нибудь, ну... Не, болгарский нам, наверное, не подойдет. А тут, наверное, кроме... А, вот, есть. Внимание! Не предназначено для детей младше 36 месяцев. Существует опасность попадания деталей в дыхательные пути. Рекомендуем сохранить данную упаковку для использования в дальнейшем. Так. Как она у нас питается? Питается у нас... от аккумулятора сама машинка, и заряжается аккумулятор от USB, а пульт у нас питается от двух пальчиков батареек. Они тоже, кстати, есть в комплекте. Вот, Made in China, сертификаты, tested, в общем, вот так. Теперь давайте взглянем на пульт. Пульт управления. Вот такой незамысловатый простой пультик. Здесь у нас крышечка, под крышечкой две батареечки, которые, как я говорил, идут в комплекте. Джойстик 1, джойстик 2. Все просто. Левый джойстик отвечает за левые колеса. Правый джойстик отвечает за правые колеса. То есть едем, хотим прямо ехать, нажимаем так. Хотим назад ехать, нажимаем так. Хотим направо, хотим налево. Точнее, это получается налево. Да, мы поедем, так поедем направо. Ну, все интуитивно понятно, больше у нас ничего на этом пульте в принципе нет. Все остальное муляж, ну, не знаю, даже антенка может тоже муляж, но главное, что все работает и нареканий не вызывает. Теперь сама машина. Сама машина. Давайте начнем, наверное, с самого главного и явного у машины. Это колеса. Колеса, благодаря которым она ездит. Колеса здоровенные. Здоровенные колеса. Вот. Прорезиненные шины. Вот. Колеса у нас такие, ну, достаточно мягкие, поэтому оно у нас не гремит. Хотя с такой скоростью, как гоняет эта машина, и вообще шума от нее действительно много. Если бы у нее были еще не прорезиненные колеса, это был бы вообще дурдом. Вот. Ну, то есть, довольно-таки здоровенные колеса. И давайте мы их диаметр измерим. Колесики у нас 8,5 сантиметров. Вот. Ширина самой машины, раз уж пошла такая пьянка, 18 сантиметров. Длина нашей машины 16 сантиметров, то есть в ширину она больше, чем в длину. Вот, по весу сейчас тоже проверим. Но это она со встроенным аккумулятором, ну, то есть с установленным аккумулятором будем узнавать ее вес.
Так, вес. 495 грамм. Ну, почти полкилограмма весит наша машинка. Так. Теперь. Куда устанавливается у нас аккумулятор? Аккумулятор устанавливается у нас вот сюда. Держится это дело у нас на одном винтике, который мы сейчас раскрутим. Так, а дальше боевой коготь используем. О, открылось. Так, вот такой у нас внутри аккумулятор. Давайте мы его пока соединим. Что у нас пишут по аккумулятору? Ну, я так понимаю, типа размер 1450. Это аккумулятор у нас здесь сдвоенный. 400 миллиампер. 6,4 вольта. Здесь вот как-то непонятно. Далее пишут 6,4 вольта, но уже 4000 миллиампер. Ну, я очень сомневаюсь, что здесь есть 4000. Хотя 400 мало, 4000 вроде как много. Поэтому решать вам, кому верить. Ну, какая-то надпись LW. Вот такой аккумулятор. Подзаряжается у нас это дело вот в такой коробочке. У нас есть сменные, так сказать, детальки. И в данной коробочке у нас вот такой зарядник USB. Так, на выходе у нас 6,4 вольта, 300 миллиампер. Вот. Ну, подключается это дело, в принципе, просто. Подключаем, вставляем USB, заряжаем. Тут ничего сверхъестественного нет. Кстати, в комплекте еще есть сменные болтики. Ну, я предполагаю, что эти болтики можно использовать для крепления колес. Для крепления колес, потому что вот у нас держатся колесики на вот таких вот болтиках. Ну, то есть они могут, наверное, потеряться. И у нас есть там кое-какие запасные в комплекте. Теперь давайте это дело соберем обратно. Так, установим. Ну, все там очень так держится, так сказать, болтается. Это можно назвать держится. Вот поэтому. Так. Крутим. Так. Потом у нас есть спереди вот такие штуки. Но это чтобы машина наша не врезалась, грубо говоря, своим корпусом. И при выполнении трюков, когда вот у нас колеса, например, вот так расположены, то машинка могла бы даже так вот как-то проезжать, миновать препятствия. То есть вот это вот очень хорошо. И сзади то же самое. То есть со всех сторон она, так сказать, готова к покорению различных препятствий. Вот, сам механизм, ну, я уже думаю, вы поняли, когда я уже вертел, крутил эту машину. То есть у нас двигаются сами колеса, крутятся. Плюс у нас вот эта вот штука тоже крутится как угодно. Вот так эта машина, то есть она вот так у нас может крутиться. То есть вообще, ну, просто цирковая машина, непредсказуемая, но просто угарная. Так, включается у нас это дело вот таким образом. Включилось, есть у нас подсветочка вот. То есть в темноте можно гонять и видеть машинку. Так сказать, полевые испытания будут. Я предложу видео, где мой сынишка впервые запускал эту машину и пытался в ней ездить. Вот, ребенку всего 4 года, поэтому там уж гонял как мог. Папа всячески, так сказать, тоже проявлял эмоции, чтобы сыну было интересно. Вот, ну, сейчас, грубо говоря, так вот просто нажму на пультик и увидите, как она там заводится. Ну, вот, в принципе, вот так она. Сильно на столе я не погоняю, но видео все будет наглядно.
как она ездит. К сожалению, полевые испытания непосредственно на улице сейчас невозможны, так как зима, куча снега, и машинку я не рискну по сугробам там использовать. Но весной, а еще лучше летом, ну это просто отличное вообще занятие, и я думаю, не только сына, а я сам буду с удовольствием на ней гонять и покорять различные препятствия. Вот, заранее спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал. Крайне рекомендую данную машинку как детям, так и взрослым. И наслаждайтесь видео с моим сыночком, с машинкой, ну и с вашим покорным слугой. Так, задом давай. Ну как, вот эти два джойстика нажимай как-то, вперед, в другую сторону, или вверх, или... Ой! Ой. Так, что-то ты там... Давай. В другую сторону! Вот, вот. Ой, ой, ой. Давай, давай. Крутая. Крутая. Ой, ой. Крутая. Ой. Сильно не дай мне, сынок. Ой. 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 О, о, сынок. Что ты? О, перевернулась. Не дави так сильно, сынок. Просто нажимай. Вот отставь ее. Прям сильно так давить не надо, сынок. Ой. Сынок, не дави, пожалуйста. О. О. А куда ты нажимаешь? Покажи пальцы. Вот сюда. Да ну-ка. Подожди. Ну, давай-ка сюда, со всех сил. Не бойся, бабушка, не бойся. Не, давить не надо, просто вот вверх и вниз. Вот так вот пальчиками. Чуть-чуть. Я хочу давить. Да, нет, не, Роди, что значит хочу? Помнишь, правильно надо. Ой. Ой. О, ой. Ой. О-о-о. Ой. Ой, ой, ой! Такая машина как раз уж тебе и надо. Ничего не боится. Ой, ой, ой! Грудь бьёшь! Вот это трюки можешь показывать. Ой! Ой! Мне нравится твоя
игрушка. Вот эта игрушка. Да, я знаю, что тебе понравилось. О! Ой-ой-ой! Ой, на паху! Да что ж ты там атакуешь, а? Напал на машинку. Вот эту. Ладно, вот эту. О! Стой. Ой. О, ты сам развернулся, да? Так. Ты уже научился там, где вперед, где назад? Да. Все?